Первое, что меня заинтересовало и натолкнуло на мысль здесь поразбираться, это то, что компания зарегистрирована в Цюрихе. Да, вот здесь вот вторая презентация есть. И мы видим, что компания, о которой мы сегодня поговорим, компания Eden Technologies, она зарегистрирована в городе Цюг, что находится в Швейцарии. И, соответственно, о чем это нам говорит? Нам это говорит сразу о том, что это не пирамида, что это не лохотрон. Ну и все те группы компаний, которые сюда входят, а компаний у нас здесь три, они все с именем, они все с определенным бэкграундом и биографией, и, соответственно, их можно проверить, их можно посмотреть и удостовериться, что это, ну, как бы не из пальца высосанная технология, которая сделана для того, чтобы просто там денег собрать. Так, что такое Эдейн? Эдейн – это экосистема. Да, это экосистема, которая использует искусственный интеллект. И в центре этой экосистемы находится сверхновая поисковая система, которая очень гибко настраивается под вас и которая в конечном итоге использует для работы те токены, которые мы сейчас с вами покупаем на этапах пресейла. То есть это та, скажем, технология, которая, как такие, можно сказать, некие одноразовые ключи для доступа к закрытой поисковой системе, которая может удовлетворять вашим потребностям. Некий объемный такой массив данных, который вам предоставляется для того, чтобы вы максимально принимали решения грамотные, исходя из того, из той информации, которую вы запрашиваете. То есть компания создает именно трушную систему, то есть именно сбор данных подлинных, да, на основе ваших предпочтений, на основе эмоций, на основе ваших увлечений, на основе вашего какого-то взгляда на мир. И эта система позволяет вам, ну, простой пример, да, можно привести здесь. Система, которая позволяет вам купить, предположим, какую-то криптовалюту, зарождающуюся, да, на ранних стадиях, да, вот относительно крипторынка, относительно фондового рынка, относительно какой-то геополитической обстановки. То есть это та система, которая также работает на блокчейне, которая не пампится всевозможными какими-то роботами, рекламными историями, которая не искажает тот поисковый запрос, который есть у вас на самом деле. Там очень гибко он настраивается на основе огромного количества данных, которые вы можете внести. И более того, эта система позволяет вам отслеживать ваш поисковый запрос в динамике. То есть вы можете задать этот запрос, и система будет его анализировать, ну, там, грубо говоря, каждую секунду, и вам предлагать некие решения, которые из этого будут складываться. Здесь, я думаю, примерно такая же будет технология, которая позволит по приватным ключам, по уникальным ключам и по ограниченному числу ключей получать доступ к этой системе. Вот. Соответственно, спрос на эту систему среди корпоративных клиентов, так называемых корпоратов, уже есть. Должны представить, кстати, информацию об этом в ближайшее время. И, соответственно, физические лица также смогут, такие как мы, простые ребята, также смогут получать доступ к этой системе и, соответственно, принимать определенные решения, которые будут вести вас к успеху, к богатству, к процветанию, к здоровью и так далее. То есть это вот некая такая система, которая на первый взгляд кажется, ну как бы в чем прикол, но если покопаться глубже,
да, зайти на сайт компании, мы сейчас туда зайдем, покопаемся и посмотрим, собственно, что там есть, то мы увидим, да, что вот, вот этот вот разработчик системы C++8, он разработал целый там, у них огромный сервер стоит, да, вот как сейчас это тоже будет очень популярно и тоже приносит просто сумасшедшие деньги тем, кто в это инвестирует, да, то есть экосистемы и метавселенные сейчас растут просто как на дрожжах. Но опять же, метавселенные, то есть функциональные процессы, да, которые вот эта система, которая вот здесь, вот сейчас мы дальше посмотрим, она их обрабатывает, синтезирует и выдает нам в виде запросов, да, которые мы можем потом отслеживать. Вот, это дальше можно потом посмотреть. То есть все сейчас люди, кто подключаются к компании и покупают токены, эти токены, это не просто, ну, как бы щиткоины, да, которые сейчас большой хайп на них, да, там тот же Доги, тот же Шиба, тот же Кума, Ино, Мононоки, Ино, Сузуки, Ино. Короче, полно разных щиткоинов, которые, по сути, никакого применения реального они не имеют. Но если мы посмотрим сюда, то это реально ключ к этой экосистеме, к этому, я думаю, что зарождающемуся виртуальному миру, который будет примерно обладать стоимостью на уровне стоимости биткоина, потому что эмиссия токенов ограничена, потому что токены будут сжигаться, когда пользователь будет их использовать в этой системе, и, соответственно, будет определенный рынок с марта месяца на бирже Uniswap, где вы можете потом покупать, продавать токены. То есть это будет тоже свободный рынок, где мы сможем покупать, продавать токены. То есть это не закрытая система как бы с внутрянкой, да, где ты зашел, и твой токен как бы никому не нужен, кроме внутренних пользователей. Вот. То есть это вот EAI, это как раз аббревиатура EDAIN, и вот этот вот лицензионный ключ, который имеет, будет определенная привилегированная группа людей, которая будет иметь доступ к этому, можно сказать, суперкомпьютеру, которому можно задавать разные вопросы и получать суперкачественные ответы. Да, вот, например, какой можно запрос сейчас задать? Да, на какой бирже или в каком сервисе можно наиболее выгодно сейчас фармить, да, ту или иную криптовалюту? Да, где выгоднее всего делать стейкинг? И так далее. То есть разные заморские слова, разные профитные технологии, в какую акцию можно, да, сейчас вложить так, что она вырастет, да, условно, там, в ближайшие полгода. То есть я думаю, что эта система все будет анализировать и предоставлять вам, нам всем наиболее качественную информацию. С 22, так получается, с 22 сентября 47 миллионов токенов у нас выпущено было по цене 10 центов, да, то есть у нас сейчас проходит, получается, 7 стадий, 7 приватных раундов, где распределяются токены, да, то есть почему сейчас крайне важно запрыгивать в этот поезд, который мчится, ну, как бы быстрее, потому что сейчас распродаются токены уже у нас по цене 30 центов. И, соответственно, дальше они будут дорожать. Их количество будет уменьшаться. И к бирже, к Uniswap, когда на бирже будет, соответственно, листинг на Uniswap, мы выйдем по цене $1. То есть, покупая сейчас в пакетах токены по цене 30 центов, мы к марту месяцу сделаем минимум 3 икса на росте этих токенов. И в зависимости от токенов, от того объема токенов, которые мы купим, ну, сумму, на которую мы зайдем, мы получаем токены по привлекательным ценам и еще дальше получаем сверху оборудование, да, суперкрутой ноутбук,
о котором мы сейчас тоже поговорим. И, соответственно, как бы он прям среди криптовалютной сферы и людей, которые зарабатывают деньги, будет обладать очень большой популярностью. Как работает токеномика? Да? Вот от всей эмиссии токенов, да, у нас сейчас эмиссия токенов 470, получается, миллионов, миллиардов токенов, 470 миллиардов токенов, миллионов, которые будут распределяться по 7 токен-сейлам. Вот. Соответственно, вот в такой пропорции все эти 470 миллионов токенов будут распределяться. Да? То есть 50% они распродаются, 15% токенов идет команде разработчиков, 15% они тратят на обеспечение маркетинга разных групп и так далее, рекламы и, соответственно, на маркетинг, на сетевой маркетинг, по которому сейчас принято решение продвигать данную технологию. Вот. Ну, вот эти вот две вещи, еще уточним, что они значат, сообщество и ставка. То есть это, скорее всего, тут какой-то немножко некорректный перевод. Вот. Соответственно, 50%, да, 50% у нас есть возможность откупить. То есть разработчикам остается 15% всего-навсего. Да? То есть они, скорее всего, не смогут манипулировать курсом. Да? Нам сейчас представят смарт-контракт, на основе которого мы сможем это все посмотреть, проверить. Он работает на технологии ERC-20. И, соответственно, мы сможем посмотреть, сколько токенов залочено, где они находятся, как это все выглядит и так далее. В ближайшее время все это будет, все дело углубляться. Вот эта технология C8, о которой я говорил раньше, да, вот она состоит из огромного количества модулей, которые, собственно, представляют собой там суперинтеллект, супербигдату такую некую. Вот. То есть это и хранилище знаний, да, которые по технологии блокчейн не должны подвергаться искажению, да, там, подделке, да, определенной. Вот, то есть это всевозможного рода вот, приложение будет, через которое мы будем работать с этим суперкомпьютером. Существует, кстати, это вот как раз тоже технология, вот это Q-Search, это как раз как работает поисковик, как он называется и как он работает. На сайте он тоже представлен. То есть некие индикаторы. Это вторая компания, Prisma Technologies тоже, которая входит в группу компаний. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Вот, то есть это и прогноз цен, о котором я сказал, и анализ разных компаний, и социальные разные, геополитические какие-то технологии, да, и тенденции. Так, это все тоже лирические отступления. Надеюсь, вам они полезны и определенные вы себе там пунктики отмечаете. В общем, система очень навороченная. И разработчики этой системы, реальные люди с реальными профилями в LinkedIn, да, самая такая научная соцсеть, где невозможно подделать информацию о тех или иных людях. В общем, все они доктора, профессора, каждый специалист в своей сфере. И вот, собственно, они эту технологию разработали. Да, вот этот вот Харди Шлоер, он разработчик системы вот этой C+8, да, которая анализирует эти данные и создает вот этот вот искусственный интеллект. Я вижу так, что это не компания-однодневка. Я вижу, что здесь есть официальная регистрация в Швейцарии. Все компании, мы сейчас в следующей презентации как раз об этом поговорим. Вот эти все три компании, это все публичные компании. Dell, я думаю, что вообще мало кто не знает, с 1984 года ребята работают. Американская компания, делают компьютеры. Соответственно, CryptoData – это как раз поставщик компьютеров, ноутбуков, да, о которых мы сейчас тоже поговорим. И Prisma Analytics – это тоже компания, которая, собственно, создала вот эту вот систему C+8,
поисковик Q-Search, который позволяет суперкрутые делать исследования и выдавать нам решения на те или иные вопросы, которые перед нами становятся. Ну, собственно, куда мы токены будем применять с вами. Вот. Это вот если коротко, как это все работает. Так, заключение, цели. Вот, можно на сайт зайти, почитать, посмотреть, как это все работает. То есть сайт публичный, давно